Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Международный стадион в Йокогаме снова принимает финал чемпионата мира. На этот раз финал клубного чемпионата мира. Сантос против Барселоны. Случилось то, чего мы ждали. Неймар сегодня встретится с Месси. Собственно, ради этого все и затевалось. Изначально при всем уважении к другим участникам. Сумели дождаться, и теперь посмотрим мы на Неймара. А мне даже Ганса, честно говоря, поинтереснее. Ну и посмотрим на бразильцев. Не так часто мы их в Европе видим. Мучо Фуэрте. Гуахи написано на футболках. Гуахи – ребенок. Это прозвище Давида Вилья. Мучо Фуэрте можно перевести как «очень сильный ребенок». Я, честно говоря, небольшой переводчик с испанского, но, во всяком случае, Мучо Фуэрте – это очень сильный. Может быть, это пожелание, как много сил ребенку, а может быть, просто очень сильный ребенок. В любом случае, это слова поддержки и попытка немножко взбодрить Давида Вилью, который получил в полуфинале на ровном месте тяжелую травму, перелом ноги и выбыл на несколько месяцев. Ну что ж, действительно жаль, что Вилья сегодня не играет. И будет очень жалко, если он пропустит чемпионат Европы. Ему как можно быстрее поправиться. Состав Сантоса на ваших экранах. Рафаэль Кабрал под первым номером в воротах. Эду Драсена, второй номер, капитан команды. Лео третий, Данило четвертый, Аруко пятый, Дурвал шестой, Энрике седьмой, Боржес 9, Гансо 10, Неймар 11 и Бруно Родриго под 14 номером. Между прочим, в запасе остался Элано. Интересно. Барселона. В воротах Вальдес под первым номером. Дани Алвес 2, Пике 3, Фабригас 4, Пуёль капитан команды 5, Хави 6, Иньеста 8, Месси 10, Тиаго Алькантара 11, Бускетс 16, Абидаль под 22 номером. Хосеп Гвардиола главный тренер этой команды. Здесь тоже есть, ну, не то чтобы какая-то неожиданность, потому что зарядил все основные патроны Гвардиола, но разве что Тиаго Алькантара сравнительно еще не обладает таким мощным авторитетом, как его сотоварищи, но при этом обладает мощнейшим талантом. Мы прекрасно знаем Равшана Эрматова и его помощников из Узбекистана. Вместе с ним сегодня судит Абдул Хамидулла Расулов, он из Узбекистана, и Бахадыр Качкаров из Кыргызстана. Мы помним, как прекрасно
прекрасно работала бригада под руководством Равшана Эрматова на последнем чемпионате мира. На мой взгляд, Эрматов был лучшим арбитром того чемпионата мира. И зря Веба поставили на финал. Но, может быть, в полуфинале все-таки есть у меня претензия. Маленькая, личная, скромная, субъективная. Все-таки один гол неправильно засчитал ворота уругвайцев голландские. Ну, да какая разница. В любом случае, Сантос против Барселоны. Давайте смотреть. Все соперники, как и оказалось, сокрушены и отброшены. Победитель Лиги чемпионов против победителя Кубка Либертадорес. Нам показывают составы, нам показывают запас. Вот, знаете, там Владимир есть даже под 23-м номером, но, правда, это один из запасных голкиперов. Интересно, кто может появиться у Барселоны. Заметьте, что и Маскерано, и Кита, и Педро, Алексис Санчес все сегодня присели на лавку, так же, как и Адриану, который в полуфинале, между прочим, сделал дубль. Но, в общем-то, вот они, Гансо и Неймар. Два мега-таланта, которые, я думаю, что все-таки через год, через два в Европе должны оказаться. А вот Лионель Месси, который Кубок Либертадорес никогда не выигрывал, потому что уже в детском, еще в юношеском возрасте оказался в школе Барселоны. Как-то он оброс щетиной, но я, правда, не скажу, что это добавило ему сильной мужественности. Один из главных претендентов на золотой мяч. Хотя, если золотой мяч Хави не дадут, то я думаю, что можно уже закрывать премию. Ну, потому что сколько можно заниматься ерундой и лучшего футболиста мира нахально игнорировать. Пике делает передачу на Пуёля, направо Пуёль. Пике. Абидаль. Осторожно и аккуратно начинает Барселона. Фактически чистых защитников, совсем плотно привязанных к обороне, вот сейчас у Барселоны три. Это Пике, Абидаль и Пуёль. Но мы прекрасно знаем, что и Бускетс может опускаться на позицию центрального защитника. И Дани Алвес, если надо, превратится в правого защитника. Хотя Пеп с большим успехом использовал перестроение команды, оставив три защитника и двинув в атаку Дани Алвеса совсем в недавно выигранном классику с Реалом. Первое нарушение правил. Абидаль фолит в центре поля. Бруно Родриго залепил по ногам. Фабригас. Идет вперед Сеск. Встречал, аккуратно пятился перед ним Эду, капитан команды. И только в последний момент, когда уже стало понятно, что может в финт уйти испанец, каталонец, тогда только стал мяч отбирать. Хави. Сеск. Хави. Алвес. Дани Алвес играет на Месси. Аргентинец набирает скорость с правого фланга. Одного обыгрывает, второго. Можно было пасовать, но не стал этого делать Месси. И в последний момент его остановили. Дальше сразу последовало нарушение правил. Досталось по ногам Гансо. Взорвался мгновенно Месси. Обыграл Эду. Честь и хвала Дюрвалю. Именно он сейчас выбивал мяч у Месси. Не так много людей, которые хорошо представляют у нас в стране, что такое клубный бразильский футбол. Экспертов так вообще мало. И, честно говоря, не могу я себя отнести к большим экспертам, хотя периодически любопытство смотрю, но так ради общего развития. Тем интереснее. Еще когда был межконтинентальный кубок, бразильские команды регулярно составляли достойную конкуренцию. Но, правда, тогда не было такого массового оттока южноамериканских футболистов в Европу, потому что тогда Басман еще не сделал мелкую гадость в Южной Америке. И тогда такого количества легионеров не было. Сейчас, конечно, чуть известность получил, отъехал сразу. Месси. Но не будем забывать, что у Бразилии очень мощная экономика. Она помощнее аргентинской будет. И несмотря на серьезное расслоение в доходах у граждан Бразилии, тем не менее, мы знаем, что такое Бразилия. Тут, пожалуйста, и БРИК. Я думаю, что многие из вас слышали эту аббревиатуру. Она мощная, южноамериканская экономика, бразильская. И она достаточно активно развивалась в последние годы. Следовательно, могут себе позволить и бразильские клубы платить достаточно приличные деньги футболистам. Ну, по крайней мере, так, чтобы какое-то время можно было удерживать. Неймара же удержали пока.
И Гансу удержали. Передача с фланга. Данило. Сеск. Там будет положение вне игры у Месси, поэтому Сеск и не полез вперед. Пока каталонцы много владеют мячом, как им положено. И мы не видели еще толком Неймара с мячом. Абидаль. Нарушение правил. Как легко Даниал здесь обошел Лео. Неймар. Ага, даже вот так. Гансо. Кабрал. Мяч сразу же достается Тиаго Алькантара. Если кто-то не знает, это сын чемпиона мира 94 года бразильца Мазиньо Тиаго Алькантара, а мама у него велосипедистка. Собственно, фамилия у него от мамы. И он, у него испанское гражданство уже. Считается мега-талантом. Лео. Хави его преследует. Лео разворачивается и делает передачу чуть назад. Сеск прессингует. Арука. Чуть ли не первая массированная атака Сантоса. Данило. Но будем считать, что у Данило почти получилось. Будет все время камера держать Неймара. Регулярно. Потому что его, помимо того, что он безусловный талант, очень молодой футболист, его пиарят со страшной силой в последнее время. Последний, наверное, год, может быть. Но тут надо понимать, что желание отыскать нового Пеле, оно живет во всех. А Пеле именно в Сантосе играл. Поэтому, как только Неймар, сразу дикий восторг. 19 лет, между тем, Неймару. В феврале исполнится 20. Человек уже играет за сборную Бразилии. Мало того, у него за первую сборную статистика 15 игр, 8 мячей забито. Перехватывает мяч Данила. Отпасовал еще правее. Ну и сейчас попробуют попрессинговать немножко футболисты Сантоса. Ну попробовали, пойди мяч здесь отбери. Бускетс. Месси. Из глубины поля начинает атаку. Лео Месси делает передачу направо на Дани Алвеса. Дани Алвес против него Лео. Один раз он уже из Лео сделал, в общем, такого значительного клоуна. Изумительная передача Боржеса. Гансо. И еще одна прекрасная передача. Сантос атакует. Неймар. Ну куда ж полез-то в одиночку? Месси. Месси. Алькантара. Тиаго входит в штрафную, убирает мяч. Можно и стоило пробить, и футболисты Барселоны немедленно требуют назначения 11-метрового. Пике. Энрике свалил в центре поля. Может, повтор посмотрели бы. Бускетс. Хави. Очень глубоко. Посмотрите, как Хави играет. Иньеста. Бускетс. Дани Алвес. На позиции атакующего явно футболиста, чуть ли не правого форварда, играет Дани Алвес. Иньеста. Два года назад Барселона выиграла клубный чемпионат мира в 2009-м. Это была уже эра Гвардиолы. А вот, значит, он Тиаго. Ну, на папу не очень похож. Папа был такой значительно потемнее, я бы сказал. Хави. Месси.
Неймар, посмотрите, как глубоко уходит и Неймар, и Гансу. Они сейчас все обороняются. Одного Боржеса там впереди оставили. Боржесу 31 год. Это уже такой опыт, воплощенный в Боржесе. Передача на правый фланг. Так нам и не показали своенравные японские режиссеры эпизод с падением Тиаго Алькантары. Очередную стеночку разыгрывают футболисты Барселоны. Теперь полетел головой вперед Сеск. Равшан Эрматов хладнокровен. Тиаго держится поближе к левому флангу. Может быть, мы туда, мы, например, Педро увидим во втором тайме. Месси. Раз начал атаку, два начал атаку. Страхуют друг друга бразильцы. Передача в штрафную. По-моему, сами друг другу помешали. В принципе, Иньеста был готов пробить, но Сеск засунул явно лишнюю ногу вот здесь между мячом и Иньестой. Абидаль. Абидаль делает передачу. Тягу. Держит Барселона мяч, что, конечно, смертоносно для любого соперника. В Европе. Тут, конечно, у каждого уже срабатывает такой небольшой принцип усталости. Я не говорю про болельщиков Барселоны, яростных фанатов этой команды. Барселона восхитительна, но когда команда на протяжении долгого времени восхитительна настолько, что с ней никто не может сравниться, если ты человек нейтральный, немножко подспудно устаешь и уже ждешь, когда же появится некая сила, чтобы... Точка равновесия силы была, как в «Звездных войнах», темной и светлой стороны. Пусть даже это будет там темный Жозе Мориньо со своим Интером. Владыка Сид. Ну а тут у нас получилось, что все равно Барселона лучшая, со своим Реалом ничего не может. С Интером мог, с Реалом ничего не может поделать Жозе Мориньо. В Европе на сегодня не видно соперников Барселоны. Может быть, они будут через пару месяцев, когда начнется плей-офф Лиги Чемпионов. Но на сегодня в Лиге Чемпионов прекрасные, классика выиграли. Кто в ближайшее время может Барселону остановить? Приходится искать возможных кандидатов за океаном. Пока 0-0, и у Барселоны, конечно же, преимущество. Одна хорошая, очень хорошая атака была у Сантоса за 12 минут. Бускетс. Пике. Неплохо попытался в отборе сыграть, а в результате потеря. И далее Месси, пространство Месси набирает скорость. Одного обыграл. И дальний удар поворотом, можно добивать Тиаго. Так аккуратно к мячу пристраивался Тиаго, как будто погладить его хотел, а не пробить. Энрике сейчас не дотянулся до мяча, и отсюда такая очень опасная. Вдвоем они ошиблись, Дурвал и Энрике. Дали разбежаться Месси от центра поля. Хави. Бускетс. Иньеста. Но это так. Изобразил. Здорово Месси сыграл. И пробил неприятно для голкипера, хотя вратарь, в принципе, все сделал правильно. Так смотришь, да, на игру Месси. В принципе, в отличие от Криштиану Роналду или, например, Роналдиньо, не делает он ничего, на первый взгляд, такого сверхизумительного. Но настолько быстро он меняет направление, когда работает с мячом, и настолько при этом стремительно набирает скорость, что остановить почти невозможно. Месси прекрасный футболист, изумительный футболист. Но Хави лучше. Абидаль. Иньеста. Тиаго. Мяч потерял Тиаго. Нарушение правил.
Боржеса сбили. 31 год Боржесу. И недавно он получил приглашение в сборную Бразилии. После того, как стал лучшим бомбардиром чемпионата Бразилейро серия А. Вот оттуда и получил. После того, как забивал больше всех, получил вызов в сборную. Но пока у него один матч тоже. Хотя где только не играл. И в Сан-Паулу, и в Гремио. И в Пайсанду. Кстати, ведь Гансо тоже из Пайсанду. Он оттуда прибыл в Сантос в 15 лет. Неймара подписали в 13 лет. Надо думать, не пожалели. Гансо возле мяча как раз. И Неймар. Неймар. Гансо. В ближний угол удар. Как-то Гансо пока, когда он был помоложе, он больше напоминал Кака. В том смысле, что был порезче. А сейчас как-то мне почему-то он напоминает Хуана Романа Рикельме. Футболиста чрезвычайно талантливого, изумительно поля наблюдавшего. Да и наблюдающего до сих пор. Но все-таки немножко медленного. Надо еще понаблюдать это, пока он вот так играет. Здорово. Мяч отобрали. Неймар. Втроем против четверых. Догонят. Ну, куда ж так? Это Барселона. Это все-таки не Сан-Паулу, при всем уважении к Сан-Паулу. Или не Коринтианс. Еще один великий клуб, но все-таки Барселона есть Барселона. Пуяль. С правого фланга делает передачу штрафную на Месси. Месси включает Хави. Навес. Но, видимо, полагается, что Сеск должен выигрывать борьбу в воздухе. Вот в чем с навесами все-таки потяжелее игрокам Барса в атаке. В отсутствие Давида Вилья, такого внятного и достаточно мощного центр-форварда, в составе Барселоны головой могут играть, конечно, и Бускетс, и Пике, но это скорее при стандартах. Хотя всякое, конечно, бывает. Помните, как Месси забивал в 2009-м в ворота Манчестер Юнайтед, перевисев в воздухе там Видича с Фердинандом? Месси. Ой, Хави! Месси! Месси! 1-0 в пользу Барселоны! Как я люблю свою работу! Как они все здорово сделали! И даже не знаешь, кем больше восхищаться, право, Хави или Месси. Месси изумительно исполнил. Конечно, это все было с точки зрения зрелища блистательно. И стадион в Йокогаме аплодирует. И я тоже позволю себе такую наглость. Месси все и начал. Но вот это, посмотрите. Тут, правда, немножко защитник ошибся. Ну как Хави мяч обработал? Это же просто поймал в воздухе. Барса забила и забила очень красиво. Именно так, как и ждут от Барса. Ну и надо признать, что все достаточно справедливо. 4 удара по воротам. Из них 3 в створ у Барселоны. У Сантоса один удар, это удар Гансо, и очень сильно не в створ. И взаимопонимание какое, Хави еще и голову не поднимал. А уже понимал, куда нужно отдать передачу на Месси. Еще раз покажет. Да и зачем играть головой, если такие передачи проникающие в штрафную проходят? Иньеста! 4 человека его окружают. Но вообще, все-таки обороняться против Барселоны вот таким образом задача очень сложная. Да, опять-таки в свое время у Интера получилось, но... Мне кажется, Интер в смысле игры разрушительной и такой внимательной в обороне. Все-таки команда более искушенная.
Хави нехорошо сейчас поступил, и желтую карточку нужно было показать. При всем моем восхищении вечным этим футболистом нужно было. Атаку сорвал, достаточно шипами жестко вложил в соперника в ногу. Сеск. Тиаго Алькантара. Хави. Делает передачу на правый фланг. Дани Алвес, Месси. Касание. Не-а, не получилось. Боржес. Мяч отобрал Боржес. И второй раз чуть не отобрал. Как только Сантос начинает свою игру, пытается обострять и пытается действовать на чужой половине поля, Барселона обороняется лучше, когда она с мячом возле чужих ворот. Пике. Пике не играл в первом матче. Но он сюда вообще приехал, привез сюда всю семью, бабушек, дедушек. Ну и Шакиру, разумеется. Куда же без Шакиры в Японию, как вы понимаете, невозможно ехать на клубный чемпионат мира. Алькантара. Убегает к чужим воротам, но вот он два раза этот финт повторил, и его остановили. Мало того, Пике с Шакирой уехали в Токио в первый же день. Посмотреть достопримечательности и походить по магазинам. Опять-таки, ходить по магазинам без Шакиры тоже нельзя. И Гвардиола им даже разрешил там остаться на ночь, и потом уже в Йокогаму вернуться. А так команда живет отдельно в отеле, а семья отдельно. Не только Пике сюда привез свою семью, многие игроки Барселоны так сделали. Чудовищное преимущество Барселоны во владении мячом. Фабригас. Месси. Алькантара. Все время они грызут по этому флангу. Ну да, пару раз у Алькантары не получилось. А вот сейчас получится. Или на Месси он сделает передачу. Не справляется оборона Сантоса. Нам еще раз показывают этот забитый мяч. Конечно, рисковал Месси, едва не достал защитник, но как было исполнено. Абидаль. Месси. Хави. Тиаго. Сеск. Иньеста. Бускетс делает передачу налево. Ну и Барса приступила к своему любимому занятию. Держи мяч на половине поля соперника, и пусть соперник грызет газон из шнурки на собственных бутсах от бешенства. Месси. Бускетс. Дани Алвес. Передача. Надо как-то Сантосу, что ли, прибавлять в прессинге подальше от своей штрафной. Потому что обороняться вот так на линии, это они получат еще пару до перерыва. Иньеста. Тиаго. Еще что интересно, вот можно, конечно, сколько угодно рассуждать о том, как Пеп Гвардиола прессингует. Прогрессирует. Прошу прощения, Хави! Он, кроме того, что отдал передачу, он еще и забил 2-0. Я говорил, что они еще получат, если ничего не изменится. Барса разгрызает, Сантос разрывает на куски просто в начале. Неймара не видно, Гансу не видно, и Барселона лучше. Посмотрите, какой вид сейчас. Как будто в ухо получил Мурисе Ромалио. Прекрасный тренер, прекрасный специалист. Его схема не работает. Как легко. Ну, во-первых, Дани Алвес. Очень простая и своевременная передача. Ну, а дальше это кто тут? Данило попался на пути.
элементарно его обыгрывает Хави и бьет мощно. Я хотел все-таки позволить себе порассуждать насчет Гвардиолы, хотя это уже форменная наглость. Обратите внимание, как быстро другие футболисты вливаются в эту игру Барселоны. Тот же Вилья все-таки пришел в Барселону уже сложившимся 29-летним футболистом, чемпионом Европы, чемпионом мира, звездой, натуральной звездой. И как быстро он оказался в Барселоне полезен. Или посмотрите, как играет Тиаго Алькантара. Ну, понятно, тут, когда речь идет о своих воспитанниках, это у них, видимо, в крови растворяется. Ну, пусть не Тиаго Алькантара, пусть Сеск. Все-таки Сеск, да, Арсенал, команда тоже, которая любит держать мяч, играть красиво, но все-таки Сеск играл в другой стране совершенно, сколько лет. Пусть он и тоже воспитанник Барса. А так посмотришь, ну, конечно, чуть-чуть он немножко отличается, его манера действия, но совсем капельку. И вроде всю жизнь играл в этой Барселоне. Хави. Вот, кстати, Сеск. А вот Лео. Лео! Забивать-то красиво, а тут уже Эду Драсена, видимо, окончательно рассвирепел. Ну что такое, как мальчишек раздевают. Подача. Пуёль. Иньеста. Неожиданно. Надо вообще уже... Это было там, интересно, нарушение правил? Если было, надо желтую показать. Гансо. Неймар. Хоть посмотрели на то, как Неймар борется за мяч. Дани Алвес. Лео. Неймар. Хорошо сыграл Неймар. Гансо. И очень мудрая передача Гансо. И удар в створ. Первый удар в створ Боржеса. Но... Вперед, Сантос! Надо же побороться все-таки с Барселоной. Не хочется больше. Был уже полуфинал с Альсадом, где Барса делала, что хотела, в полноги. Хочется борьбы, драйва и мяса. Конечно, Ганса поле видит. Просто изумительно. Хотя по движению это уже даже не в сегодняшнем матче не Рикельме, а скорее поздний Хуан Себастьян Верон. Я прошу прощения, что я про аргентинцев, но просто как-то лучше их знаю немножко, чем бразильцы. Боржес. Кошмар какой-то. Сантастико называют сейчас игру Сантоса. Ну, понятно, что здесь, так сказать, Фантастика и Сантос. Так команду когда-то уже называли. Ос Сантастикос. Та самая эра с 50-х по начало 70-х, когда понятно, кто определял игру команды, хотя там было много других талантливых и знаменитых игроков, например, Зито, еще один чемпион мира. Но вот сейчас, когда в команде оказались Гансо с Неймаром, вновь про Сантастику заговорили. Но у нас сегодня... Бар Сантастика, я уже не знаю, как это назвать. Барса мега фантастику. Барса выше, конечно, на голову. Ну, может, сейчас Сантос еще пару раз огрызнется. Но проблема в том, что, опять-таки, когда Сантос с мячом возле чужих ворот, вроде играют, и даже что-то получается, и опасные выходы. Но затем Барса пробирается вот сюда. Посмотрите, как играет восхитительно Сантос в обороне. В штангу получите, а там стоял совсем один Дани Алвес на правом фланге. Неймар. Гансо. Четыре человека его окружают. Ганса придерживает мяч. Видимо, пытался на Боржеса. Тиаго Алькантара.
Месси. Бускетс. Сеск. Пуёль. Передача на правый фланг. Дани Алвес. Сыграли быстро с Месси. Дани. Головой. Замену готовится. Элану появляется. Ну, учитывая, как Сантос сыпется в центре, ничего не может противопоставить. Я думаю, что это совершенно оправдано. А кого менять будут? Элану мы хорошо знаем по выступлениям как за сборную Бразилии, как за Манчестер Сити, так и за Донецкий Шахтер. Дани. Алвес пробил по чужим воротам. Меняют Данило. Ну что, Данило Мастер, не выходит каменный цветок у Сантоса. И, в общем, никакой цветок не выходит. Что-то такое очень некрасивое пока выстраивают и вытачивают футболисты Сантоса на поле в Якогаме. Хотя пару, еще раз скажу, пару эпизодов, ну даже не эпизодов, а пару передач Ганса были прекрасны. Иньеста. Укрепляет середину поля. Довольно странно, почему изначально Элану на поле не вышел. Может быть, у него какие-то проблемы есть со здоровьем. С 2011 года он играет за Сантос. Мы его помним по выступлениям за Галатасарай. Еще, кстати, после Манчестер Сити был ведь Галатасарай. 30 лет сейчас. Элану, Ральф, Рубинштейн, Блумер. Дани Алвес. Передача еще дальше на Тиаго Алькантару. Вот сейчас как раз Элану за мяч зацепился. Придержал, сохранил. И вроде как Сантос спокойненько, спокойненько пытается со своей половины поля выходить. Надо ли говорить, что в составе Сантоса есть и еще один прекрасно нам с вами известный футболист. Ибсон Барретта да Силва, он в запасе. Или просто Ибсон, до недавнего времени игравший за московский «Спартак». Ну, как-то так, иногда игравший, иногда не очень игравший, иногда здорово игравший. И вот недавно совсем оказавшийся в Сантосе. И раз уж я заговорил про московский «Спартак», то скажу, что сегодня в программе футбол.ру будет у нас очень большой. Ганс стоял, ждал мяч, и у него Абидаль мяч этот забрал. Что будет в программе футбол.ру, скажу чуть попозже, как только вот эта атака закончится. Будет сегодня очень большое эксклюзивное интервью, которое дал специально для нашего канала Валерий Карпин. И не пропустите, там будет много-много интересного и про «Спартак», и про себя, и, в общем, и про футбол, конечно. Ну, а пока у нас Маурисио Ромалио сражается с «Барселоной», проигрывает. Мы можем сказать что-нибудь вроде «Мурик, верим». И надеемся, что Сантос все-таки начнет грызть «Барсу». Хочется побольше борьбы. Но, в принципе, Маурисио Ромалио все, что мог для 34-й минуты, все сделал. Фактически признал свою ошибку. Укрепил центр поля.
В офсайд не ловят футболисты Сантоса Барселоны. Движение командное у Барселоны, как всегда. Крыша сносящая и запредельная. Лежит там кто-то из футболистов Сантоса. Боржес. Головами столкнулись. Ну, Пуёля тут, смотрите, какие пружинки на голове. Такой Переделкин. А у Боржеса-то голова лысая. Сейчас еще раз гол Хави покажет. Ну, как раз Данила и обыграл. Как не относись, конечно. Можно не любить Барселону, можно ее даже ненавидеть, если ты горячий поклонник мадридского Реала, например. Но они, конечно, прекрасно играют в изумительный футбол. И он не только прекрасен с точки зрения эстетики, но и чрезвычайно эффективен. Чрезвычайно. Все время атаки, когда идут через левый фланг, все-таки Тиаго Алькантара обостряет не так, как можно было бы ждать. Может быть, Педро все-таки увидим во втором тайме. Но, с другой стороны, что нужно? Может быть, интересует работа не совсем уж привязанная к флангу Гвардиолы. Все-таки Педро хороший футболист, но совершенно четко крайне нападающий. Я, опять-таки, не хочу из себя изображать большого эксперта по Барселоне. Но мне кажется, Тиаго Алькантара более разносторонний футболист. Иньеста. Месси. Обыграл четверых. Ого. Это, видимо, от кого-то из японских операторов посинело в глазах от красоты футбола Барселоны. 38-я минута. Сантос уступает Барсе в первом тайме финала клубного чемпионата мира. Все-таки, может быть, желтую карточку-то покажем. Не в первый раз уже с помощью нарушения правил каталонцы срывают атаки Сантоса. Ну как, руками прихватил. Ну, конечно, не то чтобы падал. Все-таки для панка не хватает Неймару гламура. Вот Мерелиш из Челси, он панк. Вернее, слишком много гламура на Неймара. Смотришь, вот как-то он слишком, у него ирокез подкрашен. Больше похож на человека. Вот Равшан Арматов, прекрасный судья. Дает желтую карточку Пике. Первое предупреждение в сегодняшней встрече. Элану. Большой, кстати, специалист, что касается стандартов Элану. Абидаль. Хави. Абидаль. Хави. И все время готов Дани Алвес на правом фланге. Вот туда на него и делает передачу Сеск, учитывая, что Дани Алвес надлево продолжает измываться. Но не в этот раз. Здесь положение вне игры.
Иньеста. Не проявил себя особенно Сантос в атаке в первом тайме, но я все-таки позволю себе воздержаться от оценок, потому что то, что ни Неймар, ни Ганс у себя особенно не проявили, наверное, и рано просто. Еще, во-первых, они оба очень молоды. Во-вторых, они все-таки обкатку более жестким, стремительным и тактически изощренным европейским футболом высочайшего уровня еще не прошли. Поэтому, наверное, не всегда стоит ждать, что вот так человек выйдет и начнет Барсу рвать на части. К тому же мы все-таки давайте не будем забывать, что Барса на сегодня возвышается и над европейскими командами очень здорово. То есть, может быть, если бы на месте Барса был какой-нибудь другой клуб, может быть, и все это немножко по-другому смотрелось. Элану. Бускетс здорово сыграл. Кстати, с выходом Элану чуть получше стало в центре поля. Ну, по-прежнему Барса лучше, конечно, но нет вот этого уже какого-то полного разврата такого на линии штрафной Сантоса, когда Барса что хочет, то и делает. Фабригас. Абидаль. Пике. Тиаго. Ох, какую передачу запустил. Сеску пришлось подставлять лоб. Пуяль. Хави. Посчитать, что ли, сколько они передач сделают? Раз, два, три. 4. Нет, здесь уже вместе не получилось. Начиналось все бодренько. Времена Пеле Сантос выигрывал межконтинентальный кубок. В 60-е годы это было. Причем выигрывал, обыгрывая команды знаковые для Европы. В 62-м это была Бенфика с Эйсебио, между прочим. А в 63-м Милан с Джанни Риверой. И было еще у Сантоса очень неплохое время, когда за команду играли Диего и Робиньо. И эта команда, например, обыгрывала Сан-Паулу с КК. Помню, Александр Федорович Тарханов как раз мне рассказывал, что он тогда приезжал в Бразилию, присматривал футболистов и увидел совсем молодых Диего и Робиньо. Ну, понятно, что уже тогда за ними европейцы мощные очень охотились. Приобрести на них права было довольно сложно. Неймар. Нет, у него точно ирокез похож, знаете, на человека, который голову помыл и лег спать. А утром встал, у него вот так все торчит. Иньеста. Играет с Месси. Месси по левому флангу. Как правило, мы его чаще видим привязанному к правой бровке. Абидаль. Пике. Бускетс. Тиаго Алькантара делает передачу направо. Тиаго в центр сместился, а Месси ушел сейчас на левый фланг. 4 защитника в линию выстроились. Месси от них убегает. Давай, жги, Лео! Передача пяткой. Дани Алвес. Удар по воротам. Все-таки гол. Все-таки они это сделали. Они резвились в штрафной соперника сколько хотели и как хотели.
Да, тут одним пластырем на носу не отделаешься. Нужно что-то придумывать. Хотя непонятно, что придумывать, когда вот такие вещи происходят в обороне. Когда настолько Барса себя чувствует комфортно внутри штрафной. Посмотрите, передача Алвеса. Месси устоял на ногах. Пас пяткой. Передача Алвеса. Голкипер выручил. Голкипер выручил. Ну а здесь уже сколько можно голкипера выручать? Мог бы упасть, кстати, Месси. В общем, к просмотру футбола 3D я всегда был, честно говоря, равнодушен. Не особо не понимаю, в чем здесь смысл. Но вот смотреть игру Барселоны в 3D, наверное, стоит. Потому что Барселона ближе всего к чистому кино. Без шансов. Барс сильнее настолько, что, честно говоря, становится уже неловко. Но, может быть, во втором тайме сейчас Сантос поиграет могучими бицепсами Неймара и что-нибудь эдакое нам выдаст. Пока Барселона намного сильнее. 3-0. Хотя, все равно смотреть хоть 3-0, хоть 5-0. Смотреть, как они играют, обязательно. Необходимо и ни в коем случае никуда не уходите. Футболисты Сантоса уходят в раздевалку и там о чем-то будут разговаривать. О чем мы не знаем, знает об этом только главный тренер Сантоса Маурисио Ромалио. Давайте немножечко отдохнем. Перерыв. Снова возвращаемся в эфир. Матч Сантос-Барселона. Финал клубного чемпионата мира. 3-0 Барса разрывает Сантос после первого тайма. И полное-полное преимущество Барселоны. Получил в перерыве пару смс от коллег, которые в испанском футболе в Барселоне эксперты. В частности, Максим Квитковский подсказывает, что Месси стал вторым игроком в истории, которому удалось забить во всех клубных турнирах в течение одного года. Он забивал в чемпионате Испании, Кубки Испании, Лиги чемпионов, Суперкубки Испании, Суперкубки Европы, а теперь в финале клубного чемпионата мира. Ранее такое удавалось только игроку Барса в 2009 году. Благодарю Максима. Ну и Василий Уткин подсказывает, что правильно говорить Тиаго Алькантара. Тоже, Вася, спасибо большое. Запомню на будущее. Может быть, из Тиаго Алькантары получится такой Мазиньо, но еще более мазинистый Мазиньо через несколько лет. Но он и сейчас уже очень-очень хорош. Давайте смотреть второй тайм. Я пока скажу только, что статистика совершенно страшная для Сантоса. Два удара, один поворотом, один мимо. Тогда как у Барселоны 9 ударов поворотом, из них 6 в створ, только 3 мимо.
Трижды еще они в офсайд залезли. Угловых подали, ну, немного, два, но Ксантос вообще не подавал. И, кстати, что интересно, Барселона чуть больше фалила. И при этом Барса 73% игрового времени владеет мячом. Ну, собственно, каждый обороняется как может. Если твой лучший центральный защитник, при всем к нему уважении, Пике, который мощен, головой прекрасно играет, но не всегда безгрешен там в смысле выбора позиции, а команда при этом... Посмотрите, как безраздельно властвует на поле. Ну а что тут удивительного, если это три защитника фактически играют, но при этом мяч вообще все время держат, просто сопернику не отдают. И знаете, вот так смотришь, в Европе не нашли мы соперников в Барселоне. Что-то за океаном тоже, судя по всему, не нашли. Но, видимо, уже теперь дальше будем, как Остап Бендер же призывал в Васюках организовывать межпланетный шахматный турнир, будем искать на других планетах. Вот скоро к Урану спутник, я там читал, подлетит. Он летит уже 2 года и через 2 еще прилетит. Может быть, там где-нибудь найдется. Потому что Барса, конечно, выглядит командой совершенно инопланетной. Я думаю, что здесь... Дело даже в другом. Дело Барса придумала модель и реализовала, которая другим командам пока не по зубам. То есть временами, опять-таки, Интеру удалось свою модель противопоставить, но только на определенном отрезке. Когда еще такая же модель будет выстроена и заработает, и будет подкреплена великолепным составом исполнителей, потому что пока остальные, ну, так или иначе вынуждены подлаживаться под модель Барселоны, даже Реал во втором тайме в недавнем классика. А когда под Барселону подлаживаются, да, Барселона в этом году в примере очки теряла, было такое, но это опять-таки какие-то локальные неудачи, я думаю, что связанные даже скорее не с проблемами Барселоны, а просто постоянно искать в себе мотивацию, когда ты настолько сильнее. Ну, наверное, это непросто. Выходят команды на поле. Состав у Сантоса такой. Рафаэль Кабрал в воротах первый номер. Эду Дросена, капитан команды, второй. Лео третий. Данило был четвертый. Вместо него вышел Элано восьмой. Арука пятый. Дурвал шестой. Энрике седьмой. Боржес девятый. Гансо десятый. Неймар одиннадцатый. Бруно Родриго четырнадцатый. Маурисио Ромалио главный тренер Сантоса. Барселона. Вальдес в воротах под первым номером. Дани Алвес второй. Пике третий. Фабригас четвертый. Пуйоль пятый. Капитан команды Хави шестой. Иньеста восьмой. Месси десятый. Тиаго Алькантара одиннадцатый. Серхио Бускетс шестнадцатый. Абидаль 22-й. Пеп Гвардиола главный тренер этой команды. Равшан Эрматов с помощниками судит встречу. На мой взгляд, работает пока на высочайшем уровне. Одно удовольствие смотреть. Вот так бы и после перерыва. Ну и хотелось бы, все-таки хотелось бы, чтобы Сантос нам что-то эдакое продемонстрировал. Я думаю, что никаких шансов у Сантоса совсем игру переломить не будет. Но, по крайней мере, если во втором тайме Сантос будет бороться и забьет там мяч, то все-таки это будет уже смотреть интереснее. Потому что в первом тайме часто... Ну, я говорил о том, что Барселона кинематографична очень. Но, честно говоря, глядя, как они куражились там над обороной соперника, это уже было какое-то, не знаю, кино для взрослых. Потому что, ну, совсем Барса была в штрафной в паре эпизодов, ну, настолько издевательски, издевательски, легка и изящна. Поехали! Второй тайм смотрим. Барселона в финале клубного чемпионата мира. Ведет со счетом 3-0 и доказывает то, что всем давным-давно известно, и даже Мауриньо в очередной раз узнал, что сильнее команды в мире нету. Но, может быть, сейчас Сантос как пойдет вперед. Неймар. Похоже, Неймару нужно теперь идти назад. Месси. Мяч отобрали футболисты Сантоса. Ну, уже успех. Арука. Отыграл направо. Арука и Лану вот сейчас такую пару противопоставляет атаке Барселоны. Ромалио получает очередную атаку на свои ворота. Я, честно говоря, думал, гол уже, но все-таки мимо. Сеска остановили на сей раз. Месси. Обыграл, а потом аккуратненько выкатил. Но здесь надо отдать должное защитникам. Все-таки поприжали, поборолись. Месси пошел угловой подавать. Месси.
шлепок какой-то совсем уж интимный был в исполнении Хави. Угловой. Подача. Высокий навес. И туда, в штрафную. Бороться там. Сантос Форева. Ну, боритесь. Мужчины, мы вас верим. Ганса. Очередная изящная передача на Боржеса. И пас на Неймара. Ну, поди иракезом-то такой мяч зацепи. Иньеста. Хави. И снова Хави. Там совсем один стоит. Тиаго. Который Алькантара. Тиаго. Месси. Бускетс. Надо вратарю немножко тоже дать. Потрогать мяч на поле в Якогаме. Хави. Очередная мега-передача Хави. Данялес. Положение вне игры. Залез все-таки в офсайд бразилец. Да, 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 конечно. Конечно, конечно, конечно. Вовремя Лео выскочил, сообразил, что к чему. Все-таки не будем очень строго судить. Сантос, главный полузащитник Барселоны Хави, старше главного полузащитника Сантоса Гансо на 9 лет. А главный нападающий Месси, ну если можно считать его нападающим, главный нападающий в Барселоне Месси, старше главного нападающего Сантоса Неймара на 5. Но Неймар, надо отдать ему должное, хоть разозлился, видимо, на себя. Еще раз смотрим. Немножко неудачная передача. Пришлось выгибаться в воздухе Неймару, поэтому пробить было ему сложно. Хави. Бускетс. Нарушил правила. А рука. Абидаль. Давайте теперь через левый фланг. Давненько уже Тиаго мяч не трогал. Вот потрогал. Назад отдал. Сеска. В запасе очень много футболистов, но я все-таки скажу, кто может появиться у Барселоны? Алексис Санчес, ну я не буду говорить про Оэра и Пинту, двух голкиперов, Маскерано, Кейта, Педро, Хонатан, Максвелл, Адриано, Фонтас и Куэнко. Что это такое Фонтас, я даже не знаю. В запасе у Сантоса Аранья, Агияр, Карвальо, Винисиус, Андерсон, Ипсон, Алан, Пантеро, Пара и Диого. Ну и два голкипера. Владимир и Арани.
как-то вяло. Барселона, ну понятно, что 3-0, но еще играть 40 минут, между прочим. Люди смотрят и требуют зрелища. И Лео дает то, что хотят люди. Месси. Изумительная передача налево. Тиаго. Ну бейте же уже поворот, он тай. Прекрасный проход, как раз, кстати, Неймара. Хотя, вроде бы, вот так со стороны посмотришь, поатлетичнее Неймар. Тем не менее, на ногах устоял, передачу на Тиаго. Но как-то странно, углом головы пробил Дани Алвес. Ладно, когда так пробил Неймар своим ракезом, но тут-то лбом. Хотя лбы тоже у всех разные бывают. Бускетс. Передача на Хави. Хави! Наве штрафную. Сумели отбиться здесь футболисты Сантоса. Арука. Вот и замена. Хавьер Маскерано готовится выйти на поле. Маскерано может играть опорника. Играл он и центрального защитника, в том числе и в первом матче с Альсадом в полуфинале, когда не играл Пике. Пике. Боржес прессингует. Даже неожиданно поскользнулся Пике. Иньеста. Месси. Фланг. С навесом Месси! Еще один удар! Это было тоже очень красиво! Слава голкиперу! Надо же похвалить тоже иногда Сантос. Рафаэль Кабрал великий! На него вся Барселона выскакивает. Защитники безмолвствуют время от времени. Но здесь голкипер справился. Не в первый раз уже, кстати. Элану. С уругвайским Пиньеролем в прошлом году играл Сантос. В прошлом розыгрыше Кубка Либертадорос, в последнем розыгрыше Кубка Либертадорос, в крайнем розыгрыше Кубка Либертадорос выиграл у Пиньероля. Элано. Боржес. Ну что это такое? В кои-то веки момент возник такая обработка. Так Сантос стал лучшим клубом Южной Америки. Есть еще Кубок Судамерикана, но он далеко не так ценится. Кубок Либертадорес Форео. Последний чемпионат Бразилии выиграл Коринтианс. Сантос там выступил неудачно. На Дани Алвеса. Тиагу. А Маскеран так и не вышел. Даже интересно, кого он заменит. Хави. Иньеста. Сеск. Иньеста! Тащи рабочий, говорил в этом случае великий, к сожалению, ныне покойный Владимир Никитич Маслаченко. Ого! Ну, Пике. Может отдыхать, мечтать о Шакире. Хавьер Маскерано на поле появляется. На позицию центрального защитника выходит Хавьер Маскерано. Я почему-то задумался насчет того, что могут заменить Бускетса. Нет, ничего подобного. 10 минут сыграли во втором тайме. В общем-то, ничего особенно не изменилось. Барса продолжает свирепствовать в чужой штрафной.
Шансо. О, Неймар. Но, бей! Ох, все-таки Ганс очень хороший футболист. Ему бы побольше и резче двигаться, и вообще бы цены ему не было. Поле человек видит изумительно. Но Рикельми мне напоминает, к сожалению, все сильнее. Я говорю, к сожалению, все-таки таких людей, которые играют блестяще, но не очень быстро, в нынешнем современном футболе мало, им очень тяжело. Фабрегас. Еще раз смотрим. Пытался под опорную ногу пустить мяч Неймар. Неплохо, кстати говоря, Бедаль-то опередил. Но здесь голкипер Вальдес здорово сыграл. Алвес. Месси. Ну, это лишнее было. Желтую. Жестко очень встретили сейчас Месси. Специально, причем в корпус. Сильно. Справа. Месси возле мяча. Штрафной. Хави и Месси. Нет, но это все-таки не для удара. Много прекрасных футболистов в Барсе, но своего Синиши Михайловича пока нет. А может, он и не нужен. Передача направо. Дани Алвес. Смотришь на такую игру Барселоны и понимаешь, что пока так будет Барса играть, пока она так будет держать мяч, пока будет такое безумно изящное общекомандное движение, пока Барса будет настолько же виртуозно действовать без мяча, то можно все что угодно делать. Можно переходить на схему в три защитника. Можно Хавьера Маскерана использовать как центрального защитника. Не знаю, можно Бускетса поставить в ворота. У него же папа был вратарем. Но все равно Барса будет лучше. Фабрегас. Хорошо поставил корпус. Дальний удар. Ну, по крайней мере, до удара дело дотащили. Элану пробил. Зацепил мяч Абидаль, но может быть так чуть-чуть. Угловой. Первый, между прочим, в этом матче у Сантоса, в то время как Барселона подавала угловые 4 раза. Как у них, интересно, защитники-то головой играют. Абидалю проиграли. Неймар. Ого. Ого, Боржес.
пытается Сантос прессинговать возле чужой штрафной. Барса прекрасно. В который раз. Но, правда, быстро выскочить из обороны не получилось. 16 минут во втором тайме. Картина все та же. Маскерана. Играет на Абидаль. Абидаль. Иньеста. Хави. Хави. Сеск. Все, в общем, в этом жесте. Сантос столкнулся с силой для себя непривычной, с силой, которая им просто не по зубам. Это слишком. Иньеста. Боржес. Резкий перевод на Неймара. Неймар против Пуйоля. Сделал. Исполнил. Гансо. А обострения никакого. И передачу выдал Гансо неудобную. Дани Алвес. Играет с Дани Алвесом. Алвес на Месси. Месси на Фабригаса. 4 передачи. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Интересно, сколько они... Вот. На 24-й, когда уже пошла передача в район пупка Хави, причем учитывая, что он еще спиной находился, то есть в поясницу. Вот только здесь Барселона прервалась. Еще раз смотрим. Все-таки ухитрился Неймар накрутить Пуйоля. А дальше Ганса мяч получил, находясь спиной к воротам. Маскерано. Иньеста. Хави. Месси. Хорошо, было сыграно. Неймар. Бускетс. По-прежнему преимущество Барселоны настолько велико, что о нем даже как-то и рассуждать бессмысленно. Три четверти игрового времени Барса держит мяч. И, в общем, это бы еще полбеды, поскольку все-таки, ну, не всегда преимущество в этом показателе говорит о том, что одна команда другую переигрывает. В конце концов, стиль у каждого свой. Но здесь это как раз подчеркивает то, что все на поле под полным контролем Барселоны. И отдельные эпизоды так эпизодами и какими-то вспышечками остаются. Отдельные эпизоды в исполнении Сантоса.
Посмотрим, что, может быть, еще придумает Ромалио, чтобы как-то свою команду, ну, встряхнуть, чтобы хоть концовку Сантос правил как следует на таком нервном ритме, чтобы какой-то импульс пошел. В принципе, с молодыми всегда хорошо работал Ромалио. Он в свое время с Сан-Пауло, когда еще начинал с юношеской команды, открыл таких людей, как Денилсон и Рожерио Сенни в свое время. Кого, кстати, тоже не тренировал. У него Интернациональ, Палмейрас, Флуминенса, Сан-Пауло. Данялес пытался сделать передачу через ногу Лео. Данялес. Элано. Боржес поборолся здорово, но здесь Бускетс. Данялес на правом фланге играет через Хави. Хави. И еще дальше на Данялеса. Там совсем один Тиагу. Кстати, Барселона меньше играет левым флангом в последнее время. Сеск. Вот там руками как раз размахивает. Хави предпочитает сыграть через Иньесту. Иньеста. Месси. Дани Алвес. Попробовал Хави сделать передачу совсем короткую. Боржес. Было нарушение правил. Конечно, было. Загрустили. Болельщики, кстати, японцев много, обратите внимание, в символике Сантоса. Болельщики Сантоса загрустили. Лео. Барса забирает мяч на чужой половине поля. Вы помните хотя бы одно, например, подключение в атаку крайнего защитника Сантоса? Я думаю, что и не вспомните, по-моему, их не было. Тиаго. Передача. Можно бить. Вмешался арбитр. Лео. Тиагу назад моментально возвращается со своего левого фланга и атаку Сантоса прерывает. Осталось играть около 20 минут в финале клубного чемпионата мира. И кто клубный чемпион мира, многие до начала матча, очень многие подозревали. И уже сейчас видно. Можно сыграть центр на Месси. А можно не играть на Месси. Можно через Бускетса. По статистике сравнялись по нарушениям правил те и другие по 9. По-прежнему преимущество гигантское Барселоны в владении мячом. 12 ударов по воротам, из них 8 в створ. Заметьте, что во втором тайме не так много было ударов в створ. Два. При том, что Барса все время владеет мячом. Нарушение правил. Боржеса бьют. И, кстати, он значительно заметнее, чем Неймар. Маскерано получает желтую карточку. У Маскерано есть опыт выступления в бразильском чемпионате. Он в свое время играл за Коринтианс вместе с Тевисом. Гансо. Эду. Передача в район центрального круга.
Ганс очень медленно разворачивается, только наблюдает за тем, как мяч уже достается футболистам Барселоны. А Барса опять пошла вперед. Месси. Бускетс. Иньеста. Месси. Передача на Дани Алвеса. Нет положения. Есть положение вне игры. Чуточку помедлил арбитр. И потом только флажком стал размахивать лайнсмен. Кстати, положения вне игры, по-моему, не было. Но я думаю, что это уже не столь важно на самом деле. Обиделся и врезал по ногам Бускетсу. Человечки. Пошли опять вперед. Месси. Нарушение правил. Ну, случается и Лео, конечно, свалит. Пуёль. Гансо. Неймар. Вот атака какая. Ну и залепил Ганса мячом. Ну в кого? Конечно, в Пуёля. Неоднократно уже Пуёль пытался из сборной Испании уйти. Пока его уговаривают остаться, пока он остается. То же самое Хави касается. Он тоже хотел уйти после чемпионата мира. Неймар. Месси. Побежали, побежали. Месси четырех обыграл. Дайте желтую карточку капитану. Ему очень хочется. Ну а с другой стороны, ну что с ним делать? Ну он обыгрывает, и ничего с ним не поделаешь. Бьют и бьют. С другой стороны, нарушили правила так. Эду был мудр и нарушил правила так, что поворотом, конечно, прямым ударом тяжеловато пробить. Мрачно посмотрел из-под лысины Дани Алвес. Может и ударить. И пробил, и в стенку. Месси не побежал. Гансо. Неймар. С мячом Сантос. Вот три передачи сделали. Это успех. Боржес. Вальдес. Гвардиола очень много говорил о том, как важно для него выиграть клубный чемпионат мира на этот раз. Но вот Барса опять его, конечно же, выиграет. Субтитры создавал DimaTorzok.
Ну и поневоле все больше и больше думаешь на тему того, какие перспективы у соперников Барселоны в нынешнем розыгрыше Лиги Чемпионов. Учитывая, что проблемы у многих английских клубов в этом сезоне. И лидеры АПЛ уже свои выступления закончили. У Реала пока не получилось. Неймар. Наполи маловато опыта. Можно, конечно, там поразмышлять на тему Милана или Баварии, но все-таки сопротивление оказать, да, серьезное сопротивление, да, один матч выиграть возможно, но вот по такой игре очень сомнительно. Но, с другой стороны, 2 месяца еще. Может быть, будут какие-то укрепления состава и еще что-то. Вот, опять-таки, у Барса важный футболист травмировался. И дай бог, чтобы все остальные были здоровы. Сеск. Ого! Ногами-то как! Рональд Уизли, наш король. Посмотрите, в подкате, 2 ногами. А играть еще, ну, немного остается. Вот Педро все-таки появляется вместо Тиагу, который Алькантара. Выходит на поле Педро. И меняют Боржеса. Алан появляется под 19-м номером. Тиаго уходит, выходит Педро. 22 года. Алан, игрок бразильской молодежки, нападающий. О, он Бенфике принадлежит. Ранее играл за Васко да Гама Интернационале. В Сантосе на правах аренды. Минут позади. Исходу удар. Штанга! Дани Алвес как-то вот бьется ему, но не забивается. Это пока. И снова в центр. Хави. Маскерано. Передача налево. Абидаль. Бускетс. Абидаль. Месси. Пуёль. Последние пошли 10 минут основного времени. Безусловно, Равшан Эрматов добавит чуть-чуть. Долгих остановок у нас не было. И во втором тайме Барселона неоднократно могла забить, но пока не забивала. Почти в 2 раза чаще Барселона бьет по чужим воротам. А вот сейчас уже ровно в 2 раза. Попадает в створ даже больше, чем в 2 раза. По сути, один опасный момент. По-настоящему опасный у Сантоса. При счете 0-3. Пуёль. Маскерано. Абидаль. Педро. Педро набирает скорость. Арука. Сеск. Сумели отобрать у Сеска. Уже сам себе повод для гордости. Неймар.
Еще одна замена готовится. И как раз Ипсон сейчас выйдет. А рука? На фланг передача. Сантус довольно долго сейчас держит мяч. Энрике. Данялес. Ох, как выиграл воздух. Нужно передачу теперь на Месси. Месси мяч получает. Обыгрывает вратаря. 4-0. И еще разочек. Барса показала и великолепную физику, и прекрасный прессинг, и умение докрывать соперника, и изумительное исполнение, и, кстати, борьбу великолепную. Дани Алвес, который сегодня не забивал, но зато посмотрите, как здорово играет, как прекрасно ассистирует. 4-0. В этот момент под шумок меняют Гансу и выпускают на поле Ипсона. И я опять-таки напомню по просьбе коллег из программы футбол.ру, что у них сегодня будет большое эксклюзивное интервью Валерия Карпина, главного тренера «Спартака». А мы еще раз смотрим, как в этом эпизоде здорово сыграл Данялес. Чуть ведь неловко мяч обработал Месси, но это не помешало ему и догнать мяч, и обыграть голкипера. Вот тут вроде бы отпустил далеко, но как мгновенно скорость набрал одним касанием. И туда вернул мяч. 4-0 Барселона ведет. Месси. Смотришь, и ощущение, как будто съел пряник. Неймар. Замена будет в составе Барселоны. Что, Месси поменяет? Почему нам его показывают? Нет, не Месси поменяет. Но это было бы все-таки чересчур. А вот как раз Фонтас. Стоило мне признаться, что про этого футболиста я не знаю, как Гвардиола. Ну, действительно, называется «Учим отчасти». Выпускает Гвардиола очередное молодое дарование. Навес. Так, попробовали хоть тут что-то. Выгрызли. При счете 0-4 только и грызть. Фонтас. Андрео Фонтас и Прат. Испанский футболист, как правило, центральный защитник, 22 года. В последние годы играл в Барселоне в Б, в молодежной команде. Кстати, у него есть уже игры за Барселону. 8. И даже за сборную Каталонии. Он еще и каталонец. Угу. Четыре минуты остается играть. Неймар. Неймар. Финты продемонстрировал Неймар. И у него мяч очень спокойно отобрал Маскеран. Маскеран и такое видел. Я Неймара видел, подумал Маскеран, и забрал у него мяч. Маскерана.
Месси. $5 миллионов получил Барселона. В общем, для двух матчей хороший гонорар. Месси. Сантос $4 миллиона получит. Ну и Гвардиола. Гвардиола снова триумфатор. Кстати, как игрок, он не очень удачно здесь в Токио в свое время играл. Еще на межконтинентальный кубок. Он проиграл как раз бразильцам, Сан-Паулу. И было это в 92-м году. И ничего Барсу не остановило. 13-часовой перелет, мы, как видим, никак не сказался. Барса великая, конечно, чемпионка. Маскерано. Фонтас. Месси. Педро. Аккуратно придерживает мяч Барселона. Иньеста. Бускетс. Мяч потерял вроде бы, но все-таки длиннющей ногой дотянулся. Хави. Пуёль заменили, и теперь у Хави капитанская повязка. Ну, в самом деле, кому еще? Хави. Дани Алвес. Хави. Месси. Там Иньеста совсем один. Еще хитрее сыграл Месси. Пробил. Дани Алвес. Продолжает Барселона давить, несмотря на то, что 4-0, несмотря на то, что последняя идет основная минута. Дани Алвес на самом деле свой мяч заслужил сегодня. Пробрасывает мяч Маскерано. Иньеста. Все, истекло основное время. Не будет даже углового. Бускетс. Маскерано. Хави. Скорость набирает Хави. А передачу? Передачу. Дани Алвес. Истерзал. Лео сегодня. Лео. Сантос даже сейчас вынужден обороняться. И вот чем дело заканчивается. Педро. Бускетс. Хави, похоже, не ожидал, что ему присутствует аж сюда бежать. Для Хави третий клубный чемпионат мира. Все. Дает свисток Равшан Эрматов. Решил больше над Сантосом не издеваться.
Барселона даже не катком, я не знаю, как это назвать, не втоптала Барселона. Барселона подошла к Сантосу, изящно разобрала, как конструктор Лего, на кубики, все это сложила, и стало понятно, в общем, в очередной раз, насколько велика пропасть между Барсой и всеми остальными. Может быть, в Европе этот разрыв поменьше, но не Сантосу тягаться с нынешней Барселоной. При всем своем вот этом очаровании молодежи талантливой, которая, безусловно, в Сантосе есть, и из которой, я уверен, что при должном отношении к делу могут получиться настоящие суперзвезды, на сегодня никакой Сантос тягаться с Барселоной не может. Барса сильна, Барса мощна, Барса изобретательна. Барса непредсказуема, несмотря на то, что вроде бы давно известно, как играет в целом, да, Барселона. Но по-прежнему никто остановить Барселону не может. Она способна предлагать и новые варианты своей модели, и какие-то новые задумки. И Гвардиола растет, и все они растут. И замечательно, что мы с вами можем смотреть на то, как играет такая команда. Я не знаю, уместно ли говорить о том, там, сильнейшая команда в истории или не сильнейшая. Я думаю, что это совершенно некорректно, потому что время разное, футболы разные. И Барсы тоже были разные. Помнится, Барса там Лаудрупа, Кумана, Стоичкова, Ромарио. Это тоже была великая абсолютно команда. Но замечательно, что мы можем наблюдать вот на такую Барсу. Вне всякого сомнения, Барса сильнейшая команда там последних 5 лет. Вообще без всяких разговоров. И похоже, что если будут вот так же дела продолжаться, то легко Барселона еще определенное количество сезонов в Европе будет свирепствовать и наводить на всех ужас своей красотой. Дани Алвес, хороший приятель Неймара, кстати, они друг друга поздравляют. Барселона выигрывает клубный чемпионат мира. Барселона в очередной раз всем дала прокашляться и напомнила, что можно сколько угодно забивать в ворота Касива и Рисол. Но с Барселоной тягаться это сложно, это очень-очень тяжело. Может быть, в следующем году. Но, с другой стороны, а вдруг в Лиге чемпионов кто-нибудь Барселону в этом году да и остановит. И я еще раз все-таки призвал бы не сильно критиковать Сантос. Естественно, сейчас желающих пнуть там Неймара много. Учитывая, опять-таки, какая идет мощная реклама Неймара, в том числе и в Европе. Он еще очень молод, ему еще предстоит... Помните, как в Покровских воротах? Вы молоды, Костик, вы еще очень молоды. И очень многого вам не дано понять. Будет еще время у Неймара. Кстати, посмотрите, у человека слезы в глазах. При таком отношении к делу все будет нормально. Нам еще раз напоминают, как Барса забила свой единственный и очень красивый мяч во втором тайме, потому что к 45-й минуте Барселона уже вела со счет. Барса клубный чемпион мира. А вот, кстати, и статистика. Ну тут о чем, собственно, говорить? Посмотрите. Учитывая, что, по сути, один-единственный раз пришлось выручать свою команду, когда Виктор Вальдес парировал удар того же Неймара, который выкатился к чужим воротам, вышел один на один, но пробить сумел так, как сумел. Нарушение правил, заметьте. Вот здесь равенство. По нарушениям правил и по желтым карточкам. Здесь сравнялись. Во всем остальном Барселона сильнее настолько. Да вы сами все видели, что, собственно говоря, я распинаюсь. Вы, уважаемые телезрители, безусловно, сами все прекрасно видели и свои абсолютно правильные выводы, даже если они у вас разные, у каждого они же, как известно, правильные для себя, могли сделать. Барселона одержала очередную победу, Барселона завоевала очередной титул. И на этом мы заканчиваем трансляцию сегодняшнего футбола. Вместе с вами матч смотрел Владимир Стогниенко. Большое спасибо, что нашли время и посмотрели замечательный футбол. Смотрите вообще футбол. Это прекрасный вид спорта. В мире много прекрасных видов спорта. Ну, например, биатлон. Но все-таки футбол есть футбол. На этом все. До свидания и удачи.